суббота в Самарской области облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Днем 17-19, тепла, ночью плюс 10, плюс 12. Южный ветер 6-8, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, дождь. Днем плюс 17, в темное время суток плюс 11. Южный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В дневное время плюс 17, ночью 12 с плюсом. Южный ветер 8 метров в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 11, южный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 43%, в геомагнитном поле небольшие возмущения.